В преддверии Дня России сотрудников полиции привели к присяге. Церемония прошла в областном управлении МВД. Присягу принесли 32 сотрудника, которые вступили в ряды полиции и уже прошли курс первоначальной подготовки. Эта церемония – один из важнейших этапов службы в органах внутренних дел. Присяга родительству молодые сотрудники органов правопорядка принимают эстафету от старшего поколения и берут на себя высокую гражданскую ответственность перед государством, обществом, за верность, законы и народы. Убежден, что вы, новое поколение, будете надежно сохранять и активно приумножать лучшие служебные традиции,